Я сейчас маму позову. Мам, помоги, ты же училась на физмате. Это срочно. Помоги решить, пожалуйста. Зачем тебе? Мама, потом объясню, только реши поскорее. Ну хорошо, сейчас попробую. Буду. Что я могу? Ну вот, Настя, надеюсь, я решила правильно. Ответ 2. Соня, 2! Ответ 2! Откуда этот пример? Это вроде уже постарше проходит. Ой, мам, а разогрей мне суп, очень есть. Еще про Настю смотришь, и про Соню. А пример это так, и про злобного учителя математики Балди. А тренируешься зачем? И про пожирателя снов Паку. Но я, может, тоже мечтаю связать свою жизнь с математикой. Но надо же, по моим стопам. Пойду разогрею тебе суп. Суп. Нам тоже надо суп сварить. Хороший. Что? Я не знаю, что с этим делать. Хорошо, только трубку не клади. Я сейчас маму позову. Мам, помоги. Ты же училась на физмате. Это срочно. Помоги решить, пожалуйста. Зачем тебе? Мама, потом объясню, только реши поскорее. Ну хорошо, сейчас попробую. Буду. Подожди, что я могу? Ну вот, Настя, надеюсь, я решила правильно. Ответ 2. Соня, 2! Ответ 2! Откуда этот пример? Это вроде уже постарше проходит. Ой, мам, а разогрей мне суп, очень есть. Еще про Настю смотришь, и про Соню. А пример это так, и про злобного учителя математики Балди. А тренируешься зачем? И про пожирателя снов Паку. Ну я, может, тоже мечтаю связать свою жизнь с математикой. Но надо же, по моим стопам. Пойду разогрею тебе суп. Суп. Нам тоже надо суп сварить. Хороший. Что? Я не знаю, что с этим делать. Настя, опять тут звук. Кажется, идет. Я не могу говорить. Хорошо. Только трубку не клади. Я сейчас маму позову. Училась на физмате. Это срочно. Помоги решить, пожалуйста. Зачем тебе? Мама, потом объясню. Только реши поскорее. Ну хорошо, сейчас попробую. Буду. Подожди, что я могу? Надеюсь, я решила правильно. Ответ 2. Соня, 2! Ответ 2! Откуда этот пример? Это вроде уже постарше проходит. Ой, мам, а разогрей мне суп, очень есть. Еще про Настю смотришь, и про Соню. А пример это так, и про злобного учителя математики Балди. А тренируешься зачем? И про пожирателя снов Паку. Ну я, может, тоже мечтаю связать свою жизнь с математикой. Но надо же, по моим стопам. Пойду разогрею тебе суп. Суп. Нам тоже надо суп сварить. Хороший. Что? Я не знаю.
сейчас маму позову. Мам, помоги, ты же училась на физмате. Это срочно. Помоги решить, пожалуйста. Зачем тебе? Мама, потом объясню, только реши поскорее. Ну хорошо, сейчас попробую. Буду. Что я могу? Ну вот, Настя, надеюсь, я решила правильно. Ответ 2. Соня, 2! Ответ 2! Откуда этот пример? Это вроде уже постарше проходит. Ой, мам, а разогрей мне суп, очень весело хочется. Еще про Настю смотришь, и про Соню. А, пример это так, и про злобного учителя математики Балди. А тренируешься зачем? И про пожирателя снов Паку. Но я, может, тоже мечтаю связать свою жизнь с математикой. Но надо же по моим стопам. Пойду разогрею тебе суп. 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 Нам тоже надо суп сварить. Соня, хороший. Что? Я не знаю, что с этим делать. Хорошо, только трубку не клади. Я сейчас маму позову. Мам, помоги. Ты же училась на физмате. Это срочно. Помоги решить, пожалуйста. Зачем тебе? Мама, потом объясню, только реши поскорее. Ну хорошо, сейчас попробую. Буду. Подожди, что я могу? Ну вот, Настя, надеюсь, я решила правильно. Ответ 2. Соня, 2! Ответ 2! Откуда этот пример? Это вроде уже постарше проходит. Ой, мам, а разогрей мне суп, очень весело хочется. Еще про Настю смотришь, и про Соню. А пример это так, и про злобного учителя математики Балди. А тренируешься зачем? И про пожирателя снов Паку. Ну я, может, тоже мечтаю связать свою жизнь с математикой. Но надо же по моим стопам. Пойду разогрею тебе суп. 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 Нам тоже надо суп сварить. Соня, хороший. Что? Я не знаю, что с этим делать. Настя, опять тут звук. Кажется, идет. Я не могу говорить. Хорошо, хорошо. Только трубку не клади. Я сейчас маму позову. Ты же училась на физмате. Это срочно. Помоги решить, пожалуйста. Зачем тебе? Мама, потом объясню. Только реши поскорее. Ну хорошо, сейчас попробую. Буду. Подожди, что я могу? Надеюсь, я решила правильно. Ответ 2. Соня, 2! Ответ 2! Откуда этот пример? Это вроде уже постарше проходит. Ой, мам, а разогрей мне суп, очень весело хочется. Еще про Настю смотришь, и про Соню. А пример это так, и про злобного учителя математики Балди. А тренируешься зачем? И про пожирателя снов Паку. Ну я, может, тоже мечтаю связать свою жизнь с математикой. Но надо же по моим стопам. Пойду разогрею тебе суп. 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 Нам тоже надо суп сварить. Соня, хороший. Что?